стоял салют, это Purple Haze. И это пиздец. Это мой видеоблог. И мы на Purple Haze. У моего видеоблога. Показать вам другую сторону Purple Haze. Привет, девчонки. Да! Она потрогала меня за живот. Нахуя? Не знаю. А что, ты стекло разбили? Да. Чувак с ноги выбил. Ребят, Purple Haze. Саша проспорит. Стекло разбили. Если я узнаю, кто это сделал, накажу сам лично. Я знаю, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал. На улице стоит Ян. Еще, ребята, ну знаешь, детка, в жизни так бывает. Проходи, может быть, там пока. Браслет есть, можно пойду? Браслет, браслет. Это охранник. Мы вернулись на Purple Haze. Это моя подруга, дикая кошка. Можно я просто пачки коллекционирую? Снимаешь? Коллекционер пачек. Как тебя зовут? Можно вопрос? Коллекционер пачек. А, ты еврей, брат. Шалом. Шаббат, шалом. А, иди. Да уже шаббат закончился, брат. Они гмор лах бопе. Я не знаю. Да вы что? Я сказал, земля не является. Отложи мне яйца, пожалуйста. Я не буду лизать тебе яйца, пожалуйста. Да? Девочка в еврейской общине, у нее оказался молодой человек. В Москве, да, я не буду называть ее имя, я не буду называть название общины. В общем, в Москве познакомился с девочкой, и у меня с ней произошло дело. И у нее оказался парень, который импотент. И второй парень, который не импотент. А ты не импотент, брат? Нет, я ее не парень. Да. А он лизал вагину кровавой женщины. А как вы ее? Адель, честный брат. Шаббат закончился, брат. Нихуя он не еврей, мне кажется. Он типа нас наебывает, чуваки. Это мой видеоблог. Подписывайтесь, вот тут будет ссылка, нихуя не будет ссылки. Рис Монтана. Знаете его? Ты че, сука, а? Я слышу. Подсветить? Бля, Purple Haze, это крутая туса. Пиздец, видеоблог. Смотрите на это. Слушай, ну это 10.
Я видеоблогер. И мы видеоблогеры. Объясни, что я не видеоблогер. Смотри видеоблогера, давай. Все видеоблогеры. Все видеоблогеры сюда. Разверни, разверни, чтоб себя. Все видеоблогеры. Да нет, наоборот. Да что, вот так нет. Да! Да!